Здравствуйте! Приветствую друзей и гостей своего канала. Сегодня я буду готовить озун. Очень много лет назад первый раз я попробовала это блюдо у своей подруги. Я спросила, что это за блюдо, как оно называется. Она мне сказала, что это озун. Вкратце рассказала приготовление этого блюда. И с тех пор это блюдо вошло в мое меню домашнего приготовления. Как я готовлю озун? 700 грамм говядины, не очень мелко порезанная, отправляю в кипящую воду отвариваться на 1,5 часа. После того, как закипит мясо, если будет пена, я ее уберу, подсолю, уменьшу тепловой режим плиты и буду 1,5 часа варить мясо. Вода закипела, появилось немного накипи. Я уберу накипь. Добавлю 1 лавровый листик, перец душистый горошком, 4 штучки брошу. Добавлю немножко соли. Перемешаю. Уменьшу тепловой режим плиты. Закрою крышкой и буду варить. Очистила картофель, порезала его не сильно крупно. Хочу добавить, когда мне позволяет время, я заранее вымачиваю картофель. В моей семье старшие говорили так, что уже после Нового года картофель желательно вымачивать перед употреблением. Пока у нас мясо варится, я буду нарезать лук, морковь. Лук я нарежу мелко кубиком. Режу маленькую луковицу. Морковь у меня крупная, буду ее нарезать соломкой. Нарезанную морковь выкладываю в тарелку. 3 зубчика чеснока мелко порежу. Положу в тарелочку. 3 маринованных огурца нарежу кубиком. Когда есть соленые огурцы дома, я добавляю соленые огурцы. Переложу огурцы в тарелку. Процежу бульон в разогретую жаровню, налила масло, выкладываю отварное мясо, тепловой режим плиты уменьшу, мясо закрою крышкой и буду обжаривать минут 5-7. К обжаренному мясу добавляю лук, перемешаю. И буду вместе обжаривать минут 5. Добавляю морковь и буду обжаривать минут 10. Прошло 10 минут. Добавляю огурцы. Все хорошо перемешаю и обжарю минут 5. Добавлю 2 ложки томатной пасты, перемешаю. И обжарю все вместе минуты 3. Выкладываю.
выкладываю картофель, заливаю бульоном. Сжиженного бульона у меня приблизительно 800 миллилитров. Перемешаю все. Буду готовить до готовности картофеля. 10 минут до готовности я добавлю чеснок, приправы. Позже попробую на соль, при необходимости присолю. Прошло почти 20 минут. Добавляю чеснок. Добавляю приправу прованские травы. Добавляю петрушку. Добавлю сухой укроп. Аромат бесподобный. Хорошо перемешаю. И буду готовить еще минут 10. Попробовала на соль. Немножко присолю. Блюдо получается вкусное, ароматное. Через несколько минут я его отключу. Хочу поблагодарить друзей и гостей своего канала за подписки, комментарии и лайки. И пожелать всем здоровья, мира, добра в душе. Пока-пока!